3 и 4 июля в рамках общероссийского празднования по прославлению преподобного Сергия Радонежского в Хабаровске будет пребывать ковчег с мощами этого святого. Святыню доставят в столицу Хабаровского края 2 июля спецрейсом из Читы в 22:30 по местному времени. Встреча ковчега планируется в 23:30 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Последующие 2 дня ковчег будет доступен для поклонения в часы работы храма с 8:00 до 20:00. В воскресенье 3 июля после божественной литургии, которую возглавит митрополит Хабаровский и Преамурский Артемий, ковчег пронесут крестным ходом вокруг собора. В остальное время у мощей постоянно будут совершаться молебны. 5 июля в 4:00 в соборе будет совершен заключительный молебен, после чего ковчег с мощами спецрейсом из Хабаровского аэропорта будет доставлен в Комсомольск на Амуре. Адрес собора: Хабаровск, улица Тургенева, 24, площадь Славы.